среди этих обычных ящиков появляется, и посмотрите, что происходит. Нам сразу же выпадает редкий чонг. Всем привет, с вами Никита, мы сегодня играем в танчики Hills of Steel, потому что здесь, ребята, вышло обновление, появился, смотрите, новый танк чонг. Уступите дорогу королю взрывов. Короче, такой же у нас танчик из Hills of Steel 2. Там я его, конечно же, не открыл, но здесь попробую его открыть. Взорвите врагов из миномета или уничтожьте их с близкого расстояния из противотанкового пулемета. Короче, здесь у нас будет, ребята, и миномет, и пулемет. Ну что, давайте посмотрим, что это у нас, ребята, за танчик. Вообще, сколько он стоит гемасиков? 360. Фу, у меня, по крайней мере, хватает. И, кстати, смотрите, это танк редкий. А если это танк редкий, то, в принципе, его можно будет даже открыть с каких-нибудь ящиков. Ну что, попробуем его, ребята, открыть. У меня, смотрите, вышло в меню 10 обычных, правда, обычных ящиков, но кто знает. Обычно среди этих обычных ящиков появляется и редкий танчик. Ребята, открываю один обычный танчик, и посмотрите, что происходит. Нам сразу же выпадает редкий чонг. Ну мне, я считаю, мне просто повезло, конечно. Отлично, у меня все танчики в аккаунте, это основной аккаунт, все танчики. И что, и мы начинаем его с вами тестить. Да, ребята, нам повезло, мы не потратили заветные эти гемасики, мало ли будет какой-нибудь легендарный танчик. Ну что, ребята, смотрите, вот он, чонг, редкий. Так, усилителей здесь, конечно же, у нас пока нет. Это плохо, но я думаю, что-нибудь в каком-нибудь ближайшем ящике мы выбьем. И давайте посмотрим по скинчикам. У нас это морпех. Потом у нас есть, ребята, партизан. Открываем сразу партизана. И у нас есть еще котенок. Так, ну что. Берем, ребята, морпех. Выбираем этого чонка. И на чем, на каких мы будем тестингах проводить. Давайте один против одного. Нам все-таки нужны какие-нибудь еще ящики. Сейчас затестим миномет, пулемет. Ну посмотрим. Так, у нас против нас кобра. Понятное дело, что танчики будут слабенькие. Мы на новом чонке. Погнали. Так, я уже забыл. У нас тут еще суперспособности. Но я выберу просто больше скорости. Так, ну поехали. Чонг не прокачан. Будем его потихоньку прокачивать. Ух ты, как он быстро приехал. К нам кобра подъехала. Капец. Капец, никаких шансов, ребята, у чонка. Я таким образом его не протестирую. Давайте, ладно, давайте просто осада посреди лета. Осада посреди лета, просто его протестим хотя бы. Как он стреляет? Ну что, мы возьмем, давайте исцеление поставлю. Так, поехали. Ага, это вот типа пулемет. Да, его пулеметы стоят. Так, с пулеметик. И миномет. Ну, короче, я вам скажу, ребята, что им будет сложно играть. Это точно. Им будет сложно. Зато из-за холмов, конечно, может быть и классно прицеливаться. Но пулеметом попасть еще надо, минометом тоже этими навесиками стрелять. Так, ну ладно, поехали. Давайте хотя бы кого-нибудь начнем выносить. Пулеметом. Ух ты! Это очень сложно. Так, ладно, двигаемся вперед. Ну что, кого-нибудь еще расстреляем? Да я вообще не могу прицелиться нормально. Так, ладно, стоим в засадку. Короче, его вынесли. Да уж, ничего не поделаешь. Так, значит, что делаем? Давайте все-таки попробуем один против одного или два против двух. Мало ли кого-нибудь вынесем. Давайте два против двух. Давайте с кем-нибудь в напарниках. Короче, его прокачивать надо. Это точно. Ух ты, тут два титана еще. У нас никаких гаджетов у чонка. Но если, я думаю, если, наверное, прокачать, танчик будет пушечный. Так, с больше здоровья. Давайте бронебойный выстрел лучше поставим. Все-таки чонк у нас слабенький. Ну, поехали, я с коброй, не знаю. Хоть кого-нибудь вынесем. Нет, ух ты, там уже полетели. Я даже не смог подобраться к ним поближе. А, у меня следующая награда, смотрите, было что. Ладно, нет, не хочу я тратить самоцветы, тем более на чонки мы далеко не уедем. Так, ну ладно, давайте еще один заходик. Короче, танк нереально слабенький, но потому что это редкий, это даже не эпический, не легендарный. У нас, вспомните, легендарный Рекс на минималках, да и то его как все выносили. А что говорить про такие редкие танчики? Эти танки надо только прокачивать, и все, быстрая перезарядка. Давайте больше здоровья.
Надеюсь, мне это поможет. Поехали. Давай, Чонг, Чонг, стреляй, пулемет, а что ты будешь? Все. Короче, Чонгом, я не знаю, как играть этим Чонгом. Так, какие у нас есть еще режимы? Давайте поиграем. Ну, тут все тоже очень мощные режимы. Давайте, ребята, знаете, что сделаем? Попробуем. Зимняя война. Зимой. Надеюсь, там не... Мне повезет просто, и все. Потому что Чонг слабенький, больше исцелений ставим. Ремкомплекты появляются чаще. Это что за такая суперспособность? Я, если честно, эти суперспособности как-то вообще особо не тестировал. Ладно, поехали. Хорошо попали. Нормально попали. Здесь, короче, надо только минометом. Все, надо только учиться стрелять минометом. А уже когда мы вплотную подъезжаем, да, там уже можно и пулеметик нажать. Так, все, здесь основное оружие. Мне кажется, это будет миномет у нас. Ну, он хороший. Ребята, посмотрите, не миномет нормально, кстати. Кстати, он вроде как хорошо выносит другие танчики. Так, подъезжаем. Опа. А тут можно и пулеметиком. Не достаю. О, достал и пулеметом. Вот. Все, я потихоньку привыкаю. Привыкаю к новому Чонгу. Хочу до босика добраться. Так, ладно. Страшно ехать вперед. Ну где там? Где эти все танки? А, вот он. О, нет. Давай. Из-за холма, хорош. Так, там еще сразу едет. Так, ладно, это стреляю наобум. Съезжаем вниз. Да ё-моё. Давай пулеметом хотя бы, пулеметом, я просто пулеметом. Добил пулеметом, погнали. Едем, ребята, к боссику. Такс. Ой, хорош, на халяву попал. Есть. Кстати, вы видели, я вроде бы и не попал, но зато добил. Танчика добил. Тут я чисто пулеметом пытаюсь. Тоже сделали. Ну, я не знаю, мы, может, подберемся к боссику. И четкое попадание. Так, ребята, все, босс. Нет, не босс. Ну, я четкое попадание. Нет, не четкое. Пулеметом, добьем пулеметом. Да, ё-мо, добивай. Добили, все, боссик, ребята, боссик. Первый боссик для Чонга. Так, погнали, удар грома. Что мы делаем? Ну, я думаю, стоим. Не высовываемся. Пулеметом. Миномет, пулемет. Давай. Прицелиться бы. Так. Давай. И добиваем. Есть, ребята, добили. Добили, смотрите. Выпадает больше. Там выпадает больше суперспособностей. Вернее, больше ремкомплектов, да? Кстати, прикольные суперспособности. Таким образом мы полностью можем исцелиться. Ну что, ребята, я думаю, на этом можно закончить. Чонг, танчик, знаете, мне, конечно, не очень понравился. Но я думаю, если я его потихоньку начну прокачивать, еще лучше привыкну к нему, к его управлению, я думаю, танчик может зайти. Ну что, обновляйте игру. С вами был Никита. До скорого. Пока-пока.